Наебал тебя. Hello, people, с вами я, Джеймс. Hi, Джейс, с вами я, Макс Шуршов. Это стерва Гамбит Роуэплей. Да, ребят, мы сегодня на Гамбите, и сегодня вы увидите работу дальнобойщика. Да. Али. Это будет сейчас огонь. Это будет сейчас дико просто. Огонь. Знаешь, чем будет это дико? Чем? Тем, что мы не туда приехали. Ну что ж, тогда давайте погоним. Ну что ж, ребята, вот мы и на месте. Сейчас мы получим... Здорово, дядя! Сейчас мы получим, короче, наши листки с рейсами. И у меня дико потело FPS, но ничего страшного. Начать закончить рабочий день. Развозчик ресурсов. Hello, people. Бля, тут какие-то чуваки сидят офигенные. Да, кстати. Знаешь, ты... такие, ну прям видно, что такие, типа, работнички, хуё-моё. Да, да, ты кого выбрал? На, сука, на, блядь. Ты кого выбрал? Развозчик ресурсов, короче. Ресурсов. Вы получили ключи и документы. Все, гайда в тачку. Ну что ж, ребята, через мгновение мы окажемся прямо в тачке. Ну что ж, ребята, вот мы на грузовиках, короче, отправляемся на... На базу склад. Загружаться, на склад, да? Ты знаешь, куда ехать? Давай, ты вперед, я тебя пропущу. Да, я знаю. Это сейчас. То место, куда мы сначала приехали. Ну ладно. Погодка сейчас немножко ухудшилась, но... Не беда. Романтика дальнобоя. Ну, а на склад мы поедем на спидлайне, короче. Короче, ускорим момент этот и погоним. Вот, короче, мы уже сюда приехали, типа... Да-да, ребят, мы уже подъехали на базу, и да. Сейчас будем загружаться. Кстати, там прикольная схема. Схема загрузки? Да. Что надо делать-то, объясни. Первый раз на этой работе, ё-ё-ё. Ой-ёй. Короче, паркуй где-нибудь тут тачку. Ну, и что делать? Вот так вот лучше. Сейчас. Не-не-не, паркнём. не туда, там прицеп будет становиться. Так я... Ну, спасибо. Сори, братан. Сори. Пойдем, короче, на склад. Видишь, у тебя секунды идут? Да знаю я, что у меня секунды идут. Че ты смотришь, бля? У меня секунды шли на автобусе. Че? Щелкни. Бери первый бери. Первый прицеп берем, да. Давай. Выбрать. И че, я выбрал, че дальше? Теперь... Сколько раз мне надо кликнуть на выбрать? Один. Тебе пишет что-то в чате, что типа вы номер два в очереди. Да, бля, я номер, блядь, по шестой номер, блядь, в очереди, нахуй. Смотри, блядь. Что, это у меня денег столько сняло? Нет, оно бесплатное. А, оно бесплатное? То есть заводишь и... Да, блин, нафига он это сделал? А чё ты не загрузился? А это не здесь загружаться. А чё мне прицеп не дали тогда? Очередь на загрузку, здесь загружаться. Ты не загрузился, я не загружусь. Погоди, я вообще не тут должен загружаться. Ты должен тут загружаться. Нет, я в другом месте загружаюсь. Нет, твоя очередь, Джеймс О'Коннорс. Ты должен тут загрузиться. И это, ты должен команду какую-то написать, слышишь? Не-не-не, смотри, сейчас появится. А как я прицеп возьму? Сейчас он появится, смотри. Да, все, появился. Видишь, я, короче, должен был уехать за территорию. Склада. Ну, я что-то завтыкал. Сейчас еще один прицеп появится. У меня сейчас прицеп, прикинь, я, наверное, 6 раз так буду ездить вперед-назад. А надо просто побыть. Да не в этом дело, просто я 6 раз нажал на этот. Ну, может быть, из-за этого, да. Да. Налево, направо? Налево. Стой, да, я еду к тебе, короче. А где ты А потом куда? Направо, блин, надо было. Направо, блин, ты говоришь налево. Я забыл, я, короче, завтыкал вообще. Завтыкал, ты просто, блин, меня наебал. Это было все сделано специально. Все было сделано специально. Подстроено. Подстроено. Ты это возвращаешься ко мне?
Да, блин, у меня скорость 13 километров в час. Хо. Опасный пацан. Да. Тягач мой, конечно, не мощный. Это я и Джеймс из Бро под капотом, нахуй. Две лошадиные силы, блядь. И сейчас с нами собака жучка с моего двора. Жучка. Жучиха. Жучиха. И мамка ее, блядь. Жучиха, блядь. Газу! Че ты кричишь? Газу, газу, газу до отказа. Ну шо же вы такие жадные, жадные заразы? Газу, мне га. Никто не знает эту песню, только белорусы ее знают. А, ну тогда все ясно. Ну, Лукашенко типа поет. Дайте мне газ. Газ до отказа. Так, короче, нам знаешь, куда надо? Да. Знаешь, где на Калафобии старая армейка? Калайобии, знаю. Да, ну вот нам туда. Давай, поехали. С другой стороны, ну короче, ладно, сейчас посмотришь. Давай, еду с тобой колонной, едем. Да. Сам кстати, рацию, слышь, давай купим рацию, своя рация будет. Чё, давай, лом... давай, будем это... Будем вообще РПшник. Мафия. Будем вообще... У нас, кстати, банда, ребят, своя. Чё-то к нам никто не хочет или что, я не понял. Поняли, какие мы дрифтеры, блядь? Да, вообще, на комбайнах. Не то, что всякие, но вы поняли. Сейчас это сами посмотрим, народу покажем, как загружаться. Да-да-да, народу покажем. Заходите, гости дорогие, смотрите. Слышь, Вась, нету ли? Нету ли, Вась? На гашетку ты нажми. Ай, блядь, какой-то бред несем, короче. Это самый худший летсплей в истории человечества. Человеков? Мы так разминулись с ними, знаешь, как профессионалы, блядь. С прям кем? С вот этим вот? С этим чуваком. Он мне должен был в прицеп заехать, я ему, а мы такие фу-фу, блядь. Ну вы же... Тут армейка на калифе... А, ну да, рядом. Не тут прямо, а рядом. Чумакеры. Слышь, Вась, не тули, я тебя потерял. А, вы, вот это наверху. Бля, да дебил, ладно. Не загружается, что-то стал. Сейчас я ему помогу отъехать, блядь. Он уже загрузился. Все, готов? Да, поехали. Ну что, ребят, мы продолжаем. Загрузились мебелью и куда-то катим. Давай я буду за тобой ехать. Но нам обратно на тот склад. А, обратно на тот склад и так возить. А сколько примерно мы денег получим за это? За один рейс $300, по-моему. Ну, ребят, $300. За один рейс. Да. Ну, я лучше на автобусе поезжу за 1400. Кстати, третий наш летсплей, ну, у меня по счету третий, у Джеймса я не знаю там какой седьмой. Будет. Седьмой. Будем рассказывать о работе автобусника, водителя автобуса. Автобус. У меня есть уже это. Все равно заснимем, да. Ну ладно, ладно. Вась, не то ли. Не то ли. Так, 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 так. Куда ты разогнался так? Подожди-ка меня. Все нормально. Стартуем, стартуем. Давай. Я сказал, а выдвигаемся. Видел это видео? Нет. У меня в Москве джип. Ты че меня подрезаешь вообще на? Это слышь, не я, это пинг, походу. А, ну да, пинг влево повернул. Смотри, у меня пинг 58. В смысле, при записи? А, пинг? У меня 121, так что не уебывайся, понял? Да, ребят, да. Джеймс у нас ФПС, мастер ФПС, короче. Сколько тебе сейчас при записи-то? Поделись с ребятами информацией. 202. Что? 202? Ты тут летал. Так я летаю. Оно и видно, блин. Просто без крыльев. О, понял, как дрифтанул, да? Понял, как вошел. Куда, налево, направо? На... прямо. Я понял. Налево, направо, да, прямо. На, за мной, короче. Блин, слышь, Вась. Шо? Я тебе кое-что расскажу, бля. Говори. Охуеешь. Давай. Блин, после записи. Давай. Вот это поворот. Вот это поворот. Слышь, Вась, не тули, ты что срубил? Слышь, Вась, ты что срубил? Это, походу, пинг. Это, походу, блядь, у кого-то, блядь, лагает, сука. О, я подцепил. Почекай меня. Окей. Хорошо сидим. Хорошо сидим. Пацан! Тормозам!
Давай газу. Кстати, тут недалеко ехать, если нормально разгоняться и по пингу друг друга не подрезать, как это делает Джеймс. Какой Джеймс? О'Коннорс. А где это он? Покажи мне его. Сейчас подъеду, покажу. Только не бей его. Хорошо. Да, блин, заползаем по горам, как эти, нахрен, черепахи. Ну, кто-то как черепаха, у кого-то 202 FPS. Ой. Ого, блядь. Сколько мне дало? 300 лямов. Пошли, сдадим работу и посмотрим, сколько у нас денег. Давай, пойдем. И тут сдавать работу. Ну шо, мы отправляемся в банк. Да? Да. Ну, короче, сейчас посмотрим, сколько мы заработали лавехи за все это время. За один рейс, короче. Да? Поглядим, сколько бабла мы состригли. Ну, мне кажется, не очень много. На водителя автобуса все-таки можно побольше. Ну, ты там едешь? Да. Ты где там? Во, вижу. Я тебя. Сзади. Ну что ж, ребят, рабочий день закончен. И сейчас посмотрим, сколько мы денег получили. Давай. Давай. На. Давай. Смотри.